Всем привет в новом 2019 году. Ну вот я и добрался до компа, тем более, как бы говорится, есть повод. В первую очередь хотел бы поздравить всех с наступившим уже 2019 годом, ну и пожелать вам всего того, чего вы сами загадали себе на этот 2019 год. Год вот этого хрю-хрю-поротенка. Ну и конечно, оставайтесь с нами и будьте с нами. А те, кто еще не с нами, обязательно подпишитесь на канал прямо сейчас. Итак, сегодня 2 января, и я сегодня хочу сделать реакцию на клип всеми ненавистной или всеми любимой Олечки Бузовой. Причем, знаете, 31 декабря, вот прямо в канун Нового года, она выпустила новый клип и новую песню, которая называется «Танцуй под Бузову». Я его еще не смотрел, я слышал маленький кусочек песни, ну и не более, ну как бы скажем так, тизер. Сам клип я, конечно, еще не смотрел и ждал момента, когда я буду свободен от моей работы, которая была у нас, ну, прям безумно сумасшедшая последнее время. И сел сегодня, 2 января, здесь вместе с вами, и хочу сделать реакцию на этот клип и посмотреть его прямо, ну, сейчас, здесь и всем вместе с вами. И вот знаете, мне интересно, хит это все-таки будет или не хит? Как думаете вы, напишите мне обязательно в комментариях. Итак, запасаемся чаем, кофе или что-нибудь покрепче, ведь праздники на дворе, а значит можно налить себе немножечко шампанского. И начинаем просмотр клипа здесь и сейчас вместе с вами. Ольга Бузова, «Танцуй под Бузову». Кто еще не подписан на наш канал, обязательно сделай это прямо сейчас. Ну и нажми на колокольчик для того, чтобы не пропускать новые видосы от меня и просто неба на нашем канале. Люда, ты сама херню слушаешь? И ребенок? Да. Я тебе сказала, вот... Я тебе еще раз повторяю, только попробуй. А то что? Ну вот знаете, вот эти все типичные начала, как сейчас очень модно делать, и делают типа фильмов, знаете, таким. Но с одной стороны это прям прикольно, но с другой стороны это как бы стало уже таким неким клише, что ли. И это делают, все абсолютно. Можно было придумать что-то такое другое. Ну послушаем, о чем сама песня. Блин, ребят, ну это реально какие-то 80-е. Но мне определенно начало нравится, да. Вот это вам нравится! Вот это! Каждый индивидуум критически анализирующий. Как его заставили вообще сняться в клипе? Сентиментальность. Это же Вассерман. Ха-ха, Бузальгин. Ребята, Бузальгин. Буза. Это прикольно на самом деле, и я слышу песню впервые, но мне уже хочется как бы ей подпевать, трясти своими арбузами, делать вот эти вот движения всякие, ну и так далее подобное. Я чё, Бузова? Да! Вы чё, смотри, чё, нормально придумать, пиздец, ваша Бузова? Баннеры, шмонеры, радио, шмонки, пачка устарела. Это пицца пришла. Ну, наконец. По бартеру. О, так ещё круче, так оголодный, пойдём скорее. Бузфуд. Бузова? А что это в Новый год ты без Бузовой? Танцуй под Бузову.
каждый Новый год. Дорогие мои россияне, через несколько минут мы встретим с вами новый 2019 год. Я... Оленька. Оленька, спи. Спи, дорогая. Не переживай. Все хорошо. А, ну это типа... понял. Это типа ее сон, что она стала президентом. И все дела. А, ну что ж, посмотрел. Знаете что? Скажу так. Клип непонятен. Был для меня... Как-то было видно, что слепила все это на скорую руку. А, ну точнее, я понял одно, что Бузова опять решила показать, ну, всем свою значимость. И... Блин, ну хоть про президента был стёб, ну блин, высоко она, конечно, захотела. То, что она решила в очередной раз показать, что Бузова захватила мир, ну неа, как по мне, ну так её уже немножко стали забывать. Ну хотя, ну кто знает, конечно, не знаю, вам виднее. Вот, песня мне, например, очень понравилась, действительно, и я уверен, что она будет хитом, и она будет звучать вообще абсолютно везде. А все почему? Да потому что мне показалось, что песня, ну, как бы это немножечко плагиат на такое время из 80-х, 90-х, вот эти вот легкие напевы, все это созвучно, и поэтому определенно она будет звучать из каждого утюга. Ну, я так думаю. Что еще сказать про клип? Ну, я не знаю. Ну как они уговорили того же Вассермана сняться в клипе, это вообще для меня загадка, трудно, наверное, было это сделать. Я увидел блогеров некоторых, вот, например, этого сумасшедшего Белова, хотя ему досталась очень маленькая роль. Ну, знаете, все такое, как бы оно есть, как бы его нет, среднячок такой на скорую руку. Вот, ставлю 6 баллов из 10, как говорится, песня зачет, клип, ну такое себе, и вы мне напишите в комментариях, что вы думаете о песне и об клипе, вот, мне интересно знать ваше мнение, взошло вам, как говорится, или не взошло. Так, ну вот, наверное, все, что можно сказать про клип, и я уверен, что сейчас в сети пойдет некий флешмоб. А Бузова уже кликнула клич, да, дала клич. А на эту песню будет флешмоб сделан с хэштегом «Танцуй под Бузову». И я вам даже скажу, что сегодня просто небо, сидя на работе у себя, ему было настолько скучно в своем билайне, что он решил тоже поучаствовать в этом флешмобе и записал небольшой ролик на эту тему. Вот я его сейчас покажу. Одним словом, пиши в комментариях, что думаешь по поводу песни, клипа, будете ли вы принимать участие во флешмобе, ну и все такое. Ну и также напишите, чем вы занимаетесь 2 января и вообще в эти новогодние каникулы, мне интересно все знать. Вот. Ну и те, кто еще не подписан на канал, обязательно сделайте это прямо сейчас, нажмите на колокольчик для того, чтобы не пропускать новые видео на нашем канале. Будьте с музыкой в этом 2019 году, не пейте много в новогодние праздники, ну а я побежал делать уже свои дела и отмечать дальше праздник. Всем пока, пока-пока.